Всем привет, с вами Игорь. Вот уже настал конец месяца, и в конце месяца мы, как всегда, обнуляем счетчики, смотрим, что там солнце произвело, сколько тепловой насос натянул электроэнергии. Сейчас пойдем смотреть. Вот такой вот весь этот декабрь был. Вот почти, ну вот такой вот, как сейчас вот. Вот это весь практически месяц, вот такое вот небо. Солнце было там, ну, 4-5 дней максимум. Было солнце, работал коллектор, там у меня видео есть, кто первый раз только смотрит. Так что в плане солнечной энергетики декабрь этот был абсолютно провальный. Вот. Но дальше, думаю, будет лучше. После Нового года будет больше солнечных дней. Так, идем смотреть счетчики. Итак, вот мы возле моих ваттметров. Сначала посмотрим, что у нас солнечная электростанция произвела за декабрь 2020 года. Так, а ну настраивайся. О! Вот, видите, нижняя строчка. 28,97 киловатт-часа. Ну, 29, можно сказать, 29. Может быть, даже сегодня до конца дня еще и будет 30 киловатт-часов. Вот сейчас напряжение 203 вольты. Мощность выделяется почти 200 ватт. Даже я вам скажу, еще и неплохо. У меня 4-киловаттная станция. Кто не знает, кто первый раз смотрит, ну, конечно, для 4 киловатт, ну, в такую погоду, это так оно и есть. Примерно так оно и получается. Вот, видите, так что за этот месяц всего 29, ну 30 будет еще в этом, до конца дня еще 30 киловатт-часов. Ну это вообще никуда, очень мало, поэтому я решил еще ставить 4 киловатта. Вот, может быть, я немного улучшу ситуацию. Вот. Такие месяцы, как раз когда нужна эта энергия, ее вот так вот хронически мало. Так, теперь смотрим, сколько у меня вытянул с электросети государственный тепловой насос. Вот сейчас он как раз работает. О, вот так удобней. Вот. Вот сейчас у меня в сети, видите, 230 вольт. Это примерно сейчас 10 часов утра. Вот, я считаю, это хорошее напряжение. Ну, у меня вообще в сети хорошее напряжение. Вот сейчас потребление его теплового насоса. И за месяц он у меня потребил 186,3 киловатт-часа. Ну, еще за сегодня, если он поработает, то будет 190, может быть. Ну, 200 не будет. 200 киловатт в этом месяце не будет. Вот такое вот потребление. Я считаю, это немного. А, еще забыл сказать, что, ну, на выходные, когда я дома, не на работе, я протапливаю печку. Вот. Ну что, дрова, как я уже говорил, они, ну, как бы, кто живет в селе, тот понимает, дрова, они как бы появляются сами. Там какое-то дерево обрезал, срезал какие-то ветки, вот, и по чуть-чуть, немножко дров всегда есть. И если их нигде не сжигать, вот, они будут накапливаться, накапливаться, зачем они будут гнить. Поэтому я на выходных там один раз могу протопить печку, там, вот, так, для удовольствия. Люблю, как горят дрова, так потрескивают. Приятно такой, создают неповторимый уют в доме. Ну, тепловой насос, газовое отопление, электрокотел такого не создают. Вот такое вот у меня отопление. Может быть, думаю, даже если будет больше в следующем месяце, в январе, солнечных дней, то может быть это потребление даже и уменьшится еще больше. Потому что будет больше работать солнечный коллектор.
Он у меня как вспомогательное отопление в солнечные дни. Когда солнце есть, то у меня практически тепловой насос и не работает. Вот такая вот ситуация. Ладненько, всем до следующих видео. Всем пока. Всем всего хорошего.